Всем привет, привет, привет! С вами ваш замечательный сынулька Красотулька. Сегодня я буду читать ваши комментарии. Я сегодня решил почитать пораньше, сходил в душ, потом волосы просохнут, расчешусь. Да сегодня мало снимал, ходил туда-сюда, подумал, может потом еще попозже что-нибудь поснимаю. Ладно, всем привет, вкусняшек и отличного настроения. А называется ролик «Большой подарок пенсионерам», что находится в этой коробке. Показываю, что внутри, радости нет предела, смотрим. Итак, где пришла коробка, выпущен ролик, получается, 6 часов назад, набрал 164 комментария. Так, сначала старые, самые первые комментарии. Я скажу, что был в этой коробке кошачий домик. Светлана Щербакова пишет: а кто это? Это приятель чего? Не знаю, про кого Светлана Щербакова. Наталья Нижегородцева пишет: на этой замечательной ноте будем заканчивать. А закончилось тем, что Галина пригрозила Васильичу сломать палец. Не знаю, я как-то... Я вот не видел, что там мама как что пригрозила. Я по привычке на этой замечательной ноте. Отец палец показывал. Ну, обычный указательный палец. Со мной Мусик. Не знаю, маму, наверное, доводил, травил, что ли. Не знаю, не могу об этом сказать. Все обошлось. А Велопуть пишет: Тошику нынче подарок прислали. Галина в раздумьях запричитала, глазки свои закатив недовольно. Лучше мои. Мама, папа, убавьте телевизор! Орёт, мама глухая, нифига не слышит. Говорю, иди ухо это. Уши, как включат этот телевизор, аж невозможно. Сидит на всю Ивановскую. Кстати, вот мама слышит, я вот выхожу, вот, например, подымите лето. Я потихоньку дверь открываю, выхожу на носочках. Прохожу мимо, там ухожу, мама за 10 метров лежит. Она все слышит. А так ничего не слышит. Телевизор убавьте! Убавьте маленько! Алло! Телевизор убавьте! Достали уже, вот реально, как зайдешь на кухню. Вот так она ничего не слышит. Ничего не слышу, говорит. Ничего не слышу, ага. Шипни что-нибудь такое, все услышит. Действительно. Ладно, на чем я остановился, им пофигу. Они сидят там с Васильичем, этот телевизор упятся, телевизор этот. Обрублю этот YouTube, заколебал. Этот YouTube все смотрит, всякую ерунду. Велопуть пишет: Тошику нынче подарок прислали. Галина в раздумьях запричитала, глазки свои закатив недовольно. Лучше бы денежкой, больше бы толку. Я сам себя не слышу. Мусик, ой, Муська пришел, я сам себя не слышу. Надо как-то этот динамик на телевизоре убавить. Не, ну реально уже не смешно. Видели, тебе не хочет идти этот вставлять, чтобы слышать. И Васильич рядом сидит тоже. Ужас. Все, начинаю, вот реально, вот, хорошо, знаете, почему хорошо по ночам снимать? Хоть у меня вот тут эта стенка, я сделал доска пятерка, я расшивал, пенопласт 5 сантиметров слой, получается она у меня где-то 7,5 сантиметров, 8 сантиметров толщина, и все слышно, телевизор включает на всю катушку, вот сидит на всю катушку, еще и недовольный. Буся там еще мяукает, ходит. Короче, полный дом. Все, настраиваюсь, я с вами. Кто придумал этот телевизор? Ладно, поехали. Велопуть пишет: Тошику нынче подарок прислали. Галина в раздумьях запричитала. Глазки свои закатив недовольно. Лучше бы денежкой, больше бы толку. Котенка тогда бы озолотили. Миску, игрушку и мышку купили. Хочется верить, что было бы так. На то и подвал, а не чердак. Донат бы Галина понесла на базар. Купила бы этот картофан. И сделала запеканку. Я хочу выразить огромную благодарность именно тем, не хейтерам, а тем, кто прислал домик. Для котенка. Буська уже ходила, осваивала, смотрела. Он мышка заползает. Да, мыська? Мыська пришла.
Мусик и мышка у меня здесь в комнате живут. Мышка. Все, пошла. Через окошечко в дверь ходит. Буська там с Тошиком в доме. Жанна пишет, так Васильич торопился, что присел и не прикрылся. Яйценуля вновь вещает и коробку открывает. Василий в шортах. У него трусы и шорты. Просто из живота не видно. Наталья С. пишет, совсем ку-ку бедненькие. А кто ку-ку? Домик для кошек. Ольга Виноградова пишет, Васильич, стриптизер на пенсии. Нет никакого стриптиза. Это когда стало в шорты считаться стриптизом? Ворока пишет, отец так торопился на разбор коробки, что даже труселя забыл надеть. Опаньки, а там ему и облом. Это не вкусняшки оказались. Да все он и в трусах, и в шортах. Где вы что там все усматриваете? Самое-самое пишет, это подарок или сам прикупил? Это подарок. Хороший подарок. Людмила Морозова пишет, прикрою этот порошок под названием Васильич тряпкой. Вы что, совсем офигели? Ты помешался на деньгах. На каких деньгах я помешался? Мусик, дай мышке поесть. Вот стояла еда, вот стоит еда. Мышка пришла с улицы, начала есть. Этот подходит, докапывается. Ну вот, правда, вот. Мусик, не докапывайся. Пусть ест мышка. Вот тоже стоит и да, лежит кот. Подбегает мышка, начинает есть, и тот сразу голодным становится. Ну их нафиг. Да, мяу. Вам не слышно, он мякает, еще разговаривает. Ладно, поехали дальше. Сегодня у нас какой-то этот тарарых, как он называется. Вот это все. Марина Пишнеграева пишет, не поняла, крича спасибо, спасибо, это подарок прислали. Кто-то большую прибавку к пенсии получил, решил подвальского котика домиком одарить. Не завидуйте, Марина Пишнеграева. Пусть для котика будет хороший домик и для кошек. Почему-то я смотрю, многие орут, вот действительно кричат. А, купите кошкам то, купите кошкам другое. Когда кошкам покупаешь игрушки, что-то покупаешь, и сразу много недовольных, которые ненавидят кошек, что такого в кошачьем домике? Почему кто-то не может сделать подарок для кошек? Вот так вот. Серьезно. Сразу все такие ненавистники. То будку. Отличная будка. Дорогая, хорошая, утепленная будка. Которая многим не по силу даже купить, как автомобиль. Вот подержанный автомобиль стоит. Все. В будке собака живет и опять много недовольных. Все ходят недовольные, ворчат, ворчат. Это все хейтеры. Что опять не устраивает? Хороший домик для кошек, пусть поживут. Как люди, есть такое выражение. Ольга Пономарева пишет, тут нефига делать покупки сам себе, дарить денег некуда девать, одно расстройство для стариков. Все понятно. Короче, у нас сегодня будет один хейт. Елена Макарова пишет, не стыдно отца в таком виде показывать. Он в шортах, в каком виде? Когда у нас шорты и трусы стали под запретом, я ничего понять не могу, где вы, что вы углядываете? Геннадий Н., он же Надежда, пишет, Игорь, ты все время говоришь, отец ленится переодеваться. Да сними ты с него все и порви, одень его сам. Ну нифига себе, он же... Надежда, вот он может все делать абсолютно. Я что, за него буду это ходить, что ли? Это лень называется. Надежда, если человек ленивый. Людмила Морозова пишет, пора уже Гали показывать, давай, Игорюша, вперед. Любовь пишет, Тосику целый дом прислали, знатный жених приучать нужно ко всему. Кыски уже ждут, да, Любовь. Все убрать и ставить прессоной. Они привыкнут к новому. Котенок со своим домом новый настоящий дом переедет, когда подрастет. Да, хороший домик, когтеточилка. Отличный домичек. Нормально, прям так. Спасибо, Любовь. Картинку с кошками смотрю в домичке. А Любовь Макунина пишет, Васильич весь стыд потирал, какое неуважение подписчикам, хоть бы тряпкой какой-нибудь прикрылся. Да все там прикрыто-закрыто. Елена Артемьева пишет, вот врать не надо, сам купил этот домик для кошек, это ты маме скажи, чтобы не кричала, что деньги тратишь на всякую ерунду. А отец уже штаны не может одеть, не налазит.
короче, я вообще читать не могу. О, мусик проголодался. Мышку отогнал и давай есть. Кстати, наложил сейчас рожек, который я сегодня целый день кушал. Рожки как раз. Ну, ешь, рожки вкусные. Я ел, 2 раза ел сегодня. И ты ешь. То ишь ты мясные у меня все. Мясо да мясо. Вон, идите ловите мышей. Да, мышка? Галина Цеплинекс пишет. Интересно, Васильич в трусах или уже без них? Он и в шортах, и в трусах. Сергей Макаров пишет. Лучше Васильичу штаны вы присылали. Это почему человек, который в шортах и в трусах, у нас под запретом, что ли, уже получается, или что? Ладно, не хочу одно, да потому буду пропускать такие вопросы. Светлана Б. пишет, артист из Погорелого театра хоть бы коробку упаковал как следует. Он, наверное, никогда в жизни посылок не видел. В Хакасии посылки без адреса присылают. Ну, адрес-то я зачем там буду показывать вам, что показывать? Любовь К. пишет, ого, Васильич, вам не только лень ходить, но лень даже штаны одеть. Ну, нельзя же так, вас зрители смотрят, я в шоке. Весь стыд потеряли, извините меня, но я вам написал напоминание, что так нельзя. Игорь, и от вас, конечно, все это зависит. Но он в шортах и в трусах. Просто у него из-за вот этой массы живота все закрывает. Живот, бум. Я что сделаю, живот у него уберу. Инкогнито 6344 пишет, Васильич в одной футболке его седает. Нет. Альбина Тёмина пишет, в следующий раз автор разденет немощного старца до памперса. Нифига себе, немощный старец. Где он, немощный старец? Все нарушение прав какого-то человека. Татьяна Чухина пишет, а как же прежние кошки выросли без домика, без когтеточки, без лазилки? Пусть порадуется Тосик. Тошик пусть порадуется Тошка. Тоже пусть порастет с вещами, с игрушками. Хотя я этим тоже игрушки делал. Я обычно делал пуговки на нитку, на хорошую черную нитку. Пуговки и что-нибудь такое, чтобы хватали, но не кусали. А так что брошит, кидаешь, так Людмила 12.18 пишет. Страхуется, подогнали котенок, домик, чтобы Тошечка не поцарапал в мягкую мебель. Нет, это просто кто-то сделал доброе дело. Людмила Новикова пишет, обнаглели совсем, осталось Галине раздеть сына в трусах и с голым уже демонстрировали. Ничего не демонстрировал. Лев пишет, наденьте папе штаны. Так он в шортах. Шорты. Людмила Морозова пишет, судя по названию ролика, подарки для пенсионеров, не забудь снять следующий ролик или как будет пользоваться. Но почему это не подарок для пенсионеров? Подарок для пенсионеров. Для наших милых кошечек. Вредных иногда кошечек умывается, сидят вон они вдвоем. Елена Панова пишет, сказочный домик для маленького Тошка. Кошки любят такие домики, просто здорово. Такая забота заинтересует не только малыша, но и Бусю с мышкой. Отличный подарок. Спасибо, Лена. Хороший домик. Любимая пишет, бабушка, вы кричите, похоже на ругань, отец больной, не надо орать. Ну нифига себе, он ее передразнивает, сидит. Больной. Инкогнито 03-34, вы специально выставляете отца в таком виде, дайте ему в конце концов свежую футболку и пусть хотя бы оденет шорты, неужели не стыдно? Так он в шортах, в трусах и в шортах. Одно да потому, короче, читаю. Евгений Бежин пишет, Васильич, какой вы огромный опять стали, это просто жесть, опять вернулись, от чего ушли, а дальше хуже еще будет. Да, вот не было бы дальше хуже. Да, Евгений Бежин. Евгений Бежинар пишет, пришлите кто-нибудь Дине вольер теперь, она хочет быть счастливой собакой и радоваться жизни, а то всю жизнь на цепи и помой кушать, бедная, никакой радости у нее нет. ННС пишет, отца без штанов для хайпа поснимайте, мерзко, очень мерзко, бабло побеждает разум. Какое бабло? Какое? О чем вы пишете? У него просто масса из-за массы, и что? Ой. Шпилька пишет, почему в трусах, сыр где попало, вот придется, почему? Не только в трусах, еще и в шортах. Надежда пишет, когда уже сыночка наиграется и наестся сладости. Видать, ничего в детстве не видел.
наверстывает. Лучше бы зубы вставили. Все, или мебель приличную купили. На какие шиши я мебель приличную куплю? Мебель приличная, очень дорогая. Даже недорогая мебель будет лучше ваших кресел и столов. Ну, на которые сядешь на месяц, развалится. Вера Маркова пишет. Домик прикупил, теперь купи наполнитель. Негоже котику в песок ходить. Нормальный котик ходит в песок. У нас песок есть, земелька есть, пусть ходит. Инкогнито 8638 пишет. Пенсионеры разволновались, подарок ценим. Ой, Лидия Володина пишет. Игорь, постриги отца. Понятно. Да. Светлана Башкова пишет. Купил бы лучше плиту великой кулинарши. Нас ведь надо учить вкусно готовить по Галининым рецептам. Зачем эта плита хорошая? Да и на что я ее куплю? Анастасия Никитина пишет. Классного настроения, будь на позитиве. Спасибо, Настя. Надеюсь, у тебя все хорошо. Вика пишет. Он о кошках знает все, он же гений подвала. Света, чей моих игр, лучше бы пожрать бы. Пожрать. Петрова Г. пишет. Товарищи родители вашего ребенка, что психикой вызовите врача. Это зачем вызывать врача? Ой, блин, Петрова Г. Знаете, тут ужас. Людмила Соколова пишет. В штанишке не писай, Игорок. Марина Бижина пишет, почему пенсионерам Василич, что ли, на лоток ходить будет, а Галина когти точкой играть в домике прятаться будет. Но радость-то для пенсионеров и для меня. Людмила Соколова пишет, отцу свободе шорты или штанишки, он в шортах. Андрей Кавалеров пишет, Игорь, хватит брать отцу грибные соки, купи ему трусы, бриджи, футболки, ходит как помазок. Утром пусть умывается, Татьяна Чита. Ой, да есть у него вещи. У него есть, просто ему лень подойти и переодеться. Он 20 раз насчет драндулетов подбежит или какой-нибудь ерунды. Потому что лень. Андрей Кавалеров пишет, Игорь, по телевизору рекламирует, купите, крутите, всем всем понятно. Светлана Д. пишет, Галина вздыхает, да не то Игорь заказал, лучше бы поесть чего. Это она любит. Ну и зачем вам, вашим котикам, пусть лучше гуляет. Это зарастет грязью. Не зарастет. Будет домик. Ну, смотрите. Лежанки кошки оценили. Мусик лежанку оценил. Мышка лежанку оценила. Вот эту вот. Которую прислали. Тапочек. Тошек в тапочке. Вместе с Буськой. Все в этом белом. Блин. Как что-то нормальное кошкам, то сперва многие топили за кошек, как говорится. Кричали за кошек, вот именно топили за кошек, есть такое выражение. Игорь, дай кошкам то, купи, Игорь, кошкам то. Вот люди начали присылать действительно что-то кошкам. И тут же агрессия, слюни, вот этот весь крик, негатив. Что вас не устраивает, чтобы кошечки лучше пожили свой век кошачий? Злые вы? Он мусик на улице собрался. Ольга Н. пишет, Игорь, чего мелочиться, то купил бы уже золотую унитаз и пенсия, как по миллиону получаете. Не получаем мы по миллиону пенсии. Нет, и денег у меня нет. Красивая пишет, мама такую большую радость излучает. Скиснуть можно от такой радости. Лоток деду, наверное, купила. Домик Галине, чтобы сидел в домике и ничего не говорил. Подарок пенсионерам. Галина Шапер пишет, да, давно не было фокусов с подарками. Мусорный бак давно проверял. И через забор давно ничего не подбрасывали. Двери не звонили. Хи-хи-хи. Красивая пишет, дайте штаны деду, он в шортах. Эль пишет, попадешь опять на авторские права, используя передачу фамилии ведущих Первого канала, опять реклама товаров. И это кто про кого фамилии ведущих? Знаете, сколько фамилий Ивановых? Ильичевых, Якубовичей в России. Извините меня. Я про своего родственника, а вы про кого подумали там? Каждый думает на пути своих этих умственных возможностей. Вот так вот. Что-то вот люди вот
докапывайтесь меньше, по всяким пустякам уже не знаете, вот многие хейтеры к чему придраться действительно, вот уже сидят, придраться, ты не так выглядишь, что твое лицо мое меня не устраивает, ты мои эти, да ты вообще, ко всему можно придраться. В данный момент даже вот мое лицо кого-то не устраивает, нарушает права, вот, например, вот мое лицо я сижу, и кто-то умненький сидит, через экран смотрит, твое лицо нарушает мои права, я на тебя в суд подам. Но это же бред, реально бред. Докопаться можно до всего. Вот до всего докопаться можно. Вот так. Инкогнито 3329 пишет, хороший подарок. Отлично, положительный комментарий. Отлично, инкогнито 3329. Что собаке лучше, что-то возьмешь, сделаешь плохо, то собаку должен этими кормить. Говядиной, бесконечно говядиной, это мраморной говядиной должен бесконечно кормить. Ой, бред. Давайте тогда мраморной говядины, что ли. Так, Надежда Фомина или Фомина пишет, Вова стриптизер. Нет, Эль пишет, дал команду отцу, палец скрылся за камеру, ерунда, не хочу читать. Нина Абраменкова пишет, на этой замечательной ноте кричат, как будто посылка рванула кипятком. Валик Валиков, Игору деньги девать некуда. Елена У пишет, радости полные штаны у всего семейства от подарка для котеночка. С Васильича штаны уже слетели, понятно. Кстати, сделай подарок Валику Валикову. Валик Валиков. Подарок знаете какой? Заблокировать пользователя и удалить все комментарии. Подарок. Вот, знаете, подарок. Пусть идет на другие каналы умничать. Елена У пишет, радости полные штаны у всего семейства. Подарок, Валик Валиков, если наблюдаешь, смотришь. Знаешь, сразу так легче становится. Елена У пишет, радости полные штаны у всего семейства от подарка для котенка. С Васильича штаны уже слетели, что за слово новое. Домичек. Великие халявщики всему дармовому очень рады, мы не халявщики. Император Даниил III пишет, у Игорюшки родился сынок, назвали его Тошкой. Ну, наш маленький сыночек. Какой заботливый родитель по ночам кормит его. По ночам он Буська кормит. Тосик, Тошка, Тошка, такой Тошка, Тошик. Глазки открыл, ползает. Анна пишет, никто тебе не будет делать такие дорогие подарки, кому это надо. Да и смысл, через месяц выгонишь этого Тосика на улицу. Не выгоню, что бы. Я ж не такой, я, например, кошек не бросаю, как многие вот такие есть уникумы. Бывают комментарии пишут и хотят казаться положительными на работе, в семье такими идеальными, зайти, например, написать идеально. Плохие комментарии, мы такие идеальные. По большому счету, многие выкидывают кошек и собак на улицу. Я же этого не делаю. Никогда не выкидываю, не выкидываю. Лидия Казьмина пишет, тут коробку открывали, подарок Тошику прислали, вся семья сидела, внимательно смотрела. Не горит азарт в глазах, не говорят с восторгом. Ах, ну чего мы захотели, не еда, ведь в самом деле, коль бы денежки давали и сладости прислали. И спасибо бы сказали, но такого толку на неизменный дед в футболке торопился дед смотреть, чтоб штаны забыть одеть. Ага. Татьяна Протикова пишет, да чего же противный дед, еле ходит, чего живой, ни на что не способен, сидит без штанов, а жены зависит полностью. Да как не способен, все, он ходит нормально. Он ходит с этой, но он передвигается довольно нормально. Похабные жесты не стесняется показывать, я бы сломал ему палец в прямом эфире. Угу. Натали пишет, подарок родителям кошачий лоток, так и недаром не нужен. Как и домик. И ты Игоран для себя купил, не наигрался. Вот давай, игра началась. Ой. Ирина Николаевна пишет насчет того, что Василий Стульца, сколько помню свое детство, папа всегда
Дома ходил в семейных трусах, хотя работал заведующим ГРНО. И никто не возмущался. А теперь зять ходит по дому в одних плавках, все уже привыкли. Ну, отец на камеру, он в шортах ходит. Просто тут не знает Ирина Николаева, до чего докопаться уже. Прям все мерещится. Ты смотришь не так, ты глядишь не так. Ты домичек кошкам купил, ты же дурак. Зачем кошкам домичек? Что ты хочешь этим домичком уничтожить кошек? Еще пожалуйтесь. Блин, человек, либо несколько подписчиков сделали доброе дело. Купили для котенка, для Буськи. Нет, обязательно надо испохабить. Вот действительно, все надо испохабить, все обгадить надо. Вот такие вот люди. Вот есть такие люди. Я вот сегодня менее сдержанный, но у меня просто... Зачем домичек ты сам себе купил, например? Пусть кошка поживет вот действительно в домичке, в своем домичке. Побольше станет, будет лазить. Когда вот котята побольше становятся, бегать, лазить, прыгать будут, скакать везде. Пусть побудет кошачье детство. У многих злость так и лезет из всех щелей, ушей, каких только можно. Елена Дурнова пишет: хороший подарок, правда дорогой, не каждый может себе позволить котейку побаловать. Спасибо, Елена Дурнова, за адекватный действительно комментарий. Вот я не раз говорил, всегда у нормальных, адекватных, даже вот у обычных комментариев меньше лайков. Елена Дурнова, спасибо за комментарий. Перчинка пишет: как же у вас 4 кошки? Без этого все жили. Че вдруг ради одного котенка засуетились? Лоток глубокий слишком, на мой взгляд. Домик, коптеночка. Нет, лоток должен быть глубокий. Это хорошо. Знаете, почему плюс? Потому что песочек бывает выскребает. Чего у вас там драть когтями? Помоечное кресло или гринючая коврина насмешил. Кругом одни оскорбления. Я и так пропускаю, читая вот эти слова оскорбительные уже. Инкогнито 1856 пишет: сумеет ли Игорь собрать? Я не смог собрать. Я вам скажу честно, я не смог собрать. Я приглашал специалиста. Я приглашал не одного специалиста, а 5 специалистов приглашал. Мы всю ночь сидели, 5 специалистов с 55 высшими образованиями, сидели, репу чесали, я расставил стулья, чай, специалисты пьют только чай, и я 6-й так в уголке сидел и думал. А это они совещались сперва, я вам объясню. Все такие с дипломатами, еще с черными кожаными сумками. Ну, они у одного черные, по-моему, у другого коричневого, я конкретно не помню. Они достали чертежи. Они сперва, один самый умный говорит: давайте все разложим. Вот разложили на полу. И один самый умный дядька начал чертить чертеж. 3 часа они дискутировали, руками жестикулировали, так нифига и не сделали. На 4-й час мне это надоело, и я собрал за 10 минут. Сказал: дядьки с высшими образованиями, умеющие только балаболить на языках, и в жизни палец о палец ничего не делавшие, дал им подсрачник. И они вылетели со своими 55 образованиями высшими нафиг. Даже Динка не вышла. Говорит, нафиг их. Блин, вот бывает вот такую вот ерунду напишут. Я, конечно же, смеюсь, я, конечно же, шучу. Многие, кто сидит, смотрит, может воспринять, как это, как объяснить, как по-настоящему, а не за шутку. Я шучу, не было никаких с 55 образованиями. С 54. Ладно, не будем об этом. Галина Куликова пишет: много лет у меня коты, и никогда не ложил в лоток наполнитель. Если есть сеточка, наливаешь пол-литра воды и ложку белизны. Выпил воду, сполоснул, никакой вони грязи. Но вообще, если дом коты ходят на улицу. У меня Буську-то мы не выпускаем на улицу. Потому что, ну, котеночек, и я все-таки опасаюсь, чтобы она никуда. Она у нас в песочек ходит. Пусть в доме, вот в комнату она не заходит, комната вот у меня закрыта. У меня здесь мышка, он живет. Мусик опять ушел. Кстати, мышонька тут мою нарисовали. Мышонька мою
Ты меня туда. Нарисовалась. Да, мы, Санька. Ой. Блин. Я, например, рад. Я собрал с удовольствием. Пусть. Ну. Это же хороший материал, качественный. Долго будет стоять. И для Тошика, и для Буськи. В общем, вот так. Ладно, сегодня некоторые комментарии, конечно, вывели из себя. Одного я даже забанил, потому что уже какие-то грани, должны быть все равно грани. Не переходить вот эту вот черточку, вот это уж совсем до таких оскорблений низменных, постоянных, я тоже терпеть не буду. Я вам объясню, количество комментариев мне погоды не делает абсолютно. Кто-то все с пеной у рта доказывает, а ты из-за комментариев получаешь денежку. Да не влияет комментарий. Меня не влияет ни на что. Вот так вот. Ладно. Всем, кто писал адекватные комментарии, большое спасибо. Домик красивый. Домик такой я собрал. Пум. Красота. Красотулька. Да? Кошечки, пусть для кошечек будет вот такая радость. Когда Тошек начнет уже выползать из тапка. Ладно, с вами были мы. Мышка Батьковна. Что у меня тут? Что у меня тут? Ой, ложись давай. Сейчас завалимся. Прям такой день. Всем вкусняшек, отличного настроения, всем мира, добра и удачи. Всем пока-пока. Мы вылизываем. Всем мира, добра и удачи. Все, пошла туда. Пошла на подушечку, я на подушечке сидел. Всем пока-пока.